Здравствуйте! В эфире новости Примеусья, в студии Ксения Кизеева. Сегодня в нашей программе. На спортивной площадке Матвеева Курганской школы номер 1 прошла районная спартакиада, посвященная Дню молодежи. В новом парке культуры и отдыха в Матвеевом Кургане прошел фестиваль красок. 2 июля на спортивной площадке Матвеево-Курганской школы номер 1 прошла районная спартакиада, посвященная Дню молодежи. Участников поприветствовала глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова. Моя замечательная, лучшая молодежь Матвеево-Курганского района. Искренне рада видеть вас сегодня. И я так понимаю, что не только я рада на это. Ну, они, наверное, Господь Бог создал вам такие условия, чтобы было такая. Поэтому, дорогие ребята, я желаю вам удачи, я желаю вам радости, мирного неба над головой, но и победы. Соревнования были представлены 6 дисциплинами. Бег 4 по 300 метров, бег 1000 метров, толчок гири 24 килограмма, биатлон, дартс, ГТО. Да ну я понимаю. Дима, они честно высоко висели. Нормально висели. Кидаем уже. Они же привыкли. Оп. Строение 14. Еще раз. Еще раз дали. Есть! О! Гордую, богатырскую. Молодец, умничка! В результате места распределились следующим образом. Первое место – команда Алексеевского сельского поселения. Второе место – команда Анастасиевского сельского поселения. Третье место – команда Новониколаевского сельского поселения. По итогам мероприятия победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты. Награждается команда, занявшая третье место в районной спартакиаде, Новониколаевское сельское поселение. Представитель команды, пожалуйста. Награждается команда, занявшая второе место в районной спартакиаде. Анастасиевское сельское поселение. Thank you.
Награждается команда, занявшая первое место в районе Спартакиаде, Алексеевское сельское поселение. Дорога по улице энтузиастов в хуторе Колесниково является социально значимой для нашего района. Подробнее о ходе капитального ремонта данной дороги вы можете узнать из нашего следующего сюжета. Автомобильная дорога по улице энтузиастов в хуторе Колесниково протяженностью 580 метров является социально значимой для нашего района. Она примыкает к региональной трассе и ведет к среднеобразовательной школе. Поэтому в 2012 году была изготовлена проектная документация на ее капитальный ремонт. И в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появилась возможность реализации данного объекта. Муниципальный контракт заключен с ГУПРО «Ростов-Автодор» на сумму 17,1 млн рублей. Срок завершения работ на объекте – 15 августа 2022 года. В настоящее время объект находится на стадии завершения. Произведен капитальный ремонт полотна дороги, устройство тротуара, а также наружное электроосвещение. Для беспрепятственного и безопасного движения маломобильных групп населения предусмотрено устройство пандусов, а также установка на тротуарах указателей тактильных наземных. 2 июля в новом парке культуры и отдыха в Матвеевом кургане прошел фестиваль красок. Это были новости Примиусья. Эту и другую информацию вы можете узнать на официальном сайте mius-media.ru. А я с вами прощаюсь. С вами была Ксения Кизеева. До новых встреч. До свидания.